Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. Мы продолжаем дальше курочить всех бякушек, которые у нас только тут есть. Вот. Ну и так выходим, не спеша. Смотрим на весь... этот... Как бы так сказать, чтобы это не звучало чем-то нехорошим. На весь этот пейзаж. Ой, смотрю, там какая-то лестница есть со скрытым смыслом. Я понимаю, как странно это прозвучало, но... Вот как бы она, да, есть. Значит, там что-то может быть. А, либо... Возможность куда-то попасть. Вот. Либо... Фолиант тот же самый, да, какой-то ништячный может быть. Чё, тупой, что ли? Как ты мог меня не заметить? Понаберут долботрёсов в армию. Да? На! Гранатен! Как ты догадался, что это гранатен? Меня пугают твои умственные способности, братан. Он еще один такой же умный. Молодец. Гранатом кинул. Красавчик. А чё, здесь ничего нет? Странно. Fucking genius. Я бы даже сказал. Кто ж такой толпой-то на меня выходит? Вы чё, ребята? Я вообще в текстуры застрял. Ну, бедолага. Видимо, при раздаче мозга он это прогуливал. И ему немножко не досталось. Что это вообще здесь происходит? Охренеть. Здесь пытали, походу, людей. Да уж. Не, может, я что-то, конечно, и пропустил. Интересное, вполне возможно. Чего нет-то? Вход туда, куда мне надо. Или... Или нет? Что-то я... А, нет. Совсем. КТшки делаются, контрольные точки. Это этот... Какаськин! Умри! Слоники тоже умрите. Боб. Я вижу здесь вонь. Все будет нормально. Я вижу вонь. Так. А, вход вообще в другом месте, да? Блин. В итоге оказалось, что я не совсем там, где мне надо. Вот. И можно было сюда, в принципе, не идти. Если я правильно понял данный прикол. Ну хорошо. Мы все-таки уже все равно здесь. Походим уж тут. А вход где-то там. Если дополнительный вход, я этого не знаю, но сейчас посмотрим, но мне кажется, я скоро об этом узнаю. В любом случае, тут как бы вариантов не особо много. Вот, можем обойти. Так. Это пулеметом. Я не знаю, будет ли здесь сейчас в засаде стоять. Будут. Даже не денутся, да? Ёксель-моксель. Фух, перезарядим. Ну, вздрогнули. Ау! Валить надо. Оторвут сейчас все лапы. Граната. Ты гад, а? Давай, выходи по одному. Выходи, говорю. Не хотят идти. А нет, вот вижу. Там с кем-то. То ли буянин, то ли что. На, держи. Только шапка успела слететь. Почему я должен выходить? Сам заходи ко мне. В гости. Воу, братан, тихо.
Шапка слетит. Прощай. Воу. Так, где-то вонь здесь была, я помню. Когда я здесь шагал, где-то была вонь. Вот, вон, вот она. Здесь много вони. Сейчас заправим баки и пойдем дальше. Так, опять мне начинает вводить заблуждение. Где вход-то в консервы? Капец, я не там. Что такое? Ты решил немножечко умереть? Ну ладно, я не против. Только если ты так этого хочешь. Ты долго реагировал, чувак. Очень долго. Не совсем пойму, где кто шмаляет. Вижу, что где-то оттуда, но... Послать отряд, обойти его с фланга. Чё-то нихера не пойму. Прикол. Сверху, что ли? Обеспечь. Чувак, ну ты вообще меня, конечно, поразил. Красавчик, я тебе аплодирую. Вот это да. Держи. Так. Сейчас, ребят, зайдем, маленько закупимся. Чем я могу быть полезен? Ты ж ёкерный бабай. Судя по шуму, там меня ждет ништячок небольшой. Потому что мне не хочется даже так идти. Так. Срезающие кристаллы возьму. Тут у нас вроде все куплено, да? И здесь вроде как бы все из того, что можно купить. Крупный калибр возьмем, еще нет-то. Ну, 300 баксов особо ничего не возьмем. Так что ладно, пойдем так. Вау, там чувак вообще яро бесится. Смотрю. Не знаю, насколько он близок ко мне. А, он с этими... с чуваками тусует. Ну ладно, пусть что-нибудь. Пусть потусует, я не против, как бы, да. Может, они подружатся, кто его знает. И такие по принципу, что мы все время воюем, давайте отложим оружие. Будем дружить. Вместе пиво пить. Здорово, мужик. А что ты здесь сидишь? Привет, Блажкович. Я только что вернулся из разведки. Наблюдал за консервным заводом. Он не так уж и заброшен, как мы думали. Его заняли нацисты. Охрана очень серьезная. Они готовятся к чему-то важному. Я видел, как в главные ворота въехала служебная машина генерала Цеты. Если поспешишь, найдешь его там. Спасибо. Какая очевидность. Так, ладно, разбирайтесь там сами, я не буду вам помогать. Вы парни веселые. Горячие парни. Сами по себе. Оу, нифига себе. Вот так вот, да, на консервный завод. За тушенкой. Ну ладно. Смотри, призрак, гранату бросил. Ой, они в обратку его оттопнули, да, они крутые парни. А, это их. Тогда ладно, тогда не крутые. Странно, что их не порвало. Тихо, тихо. Вот, оказывается, обитают призраки. А, вот какой призрак обитает. Эпик в том, что я погиб от его руки, и он умер от моей. Только не сразу, он, видимо, не понял этого. Блин, это реально ржака. На, гранату. Готово. Сейчас-то их точно порвало, у меня даже сомнений нет. Так, хорошо. Вон он, гамадрил. Я не знаю, попал, нет, полноценно. Сволочь такая редкостная. Как ты это понял? Все, понял. Все, может их не включать. Блин, жесть будет, если кто-то включит их. Хе. Нет никого, никто не хочет включить. Ну ладно.
Я не против. Ой, надо было вонь заправить. Что-то я тупанул. Бойцы сопротивления будут стрелять по их баллонам горючей смесью. От взрыва обычно гибнут все, кто оказывается рядом. Держи гранату, братан. Да ладно. Как ты умудряешься сквозь эти решетки так хорошо стрелять? Ты где этому научился, чувак? А давай, рассказывай. О, фолиант. Неплохо. Какое-то внутреннее сияние открылось. Но лучше, чем ничего. В любом случае. Да ладно тебе, чувак, не нервничай. Руку вижу что-то. Все, нет у чувака руки. Твою ж дивизию. Думай, гадай. Что это такое? Интересно. Как и на что это влияет? А, все вижу. Это пар напускает. А так убирает, да? Ага. Прикол. Чё, я за. Мне нравится. Так. Надеюсь, мне так никто не включит. То будет эпик. Здорово, парни. Лежите. Да, отдыхайте маленько. Чё? Вижу кусок говна. Который любит шуметь. Шумелкин. Это Шумелкин, я так и знал. Он быстро сдох. Для Шумилкина. Не нравится мне это. В том плане, что вроде вонь, а она нифига меня не восстанавливает. Я понял это. Пусти. Ты чё мне шумишь? Братан, чё она шумит? Я за ней взять не могу. Там что-то прячется от меня. Ух ты. Нифига себе, здесь ящик был запрятанный. Я так и знал. Рано или поздно они начнут прятать это все. А, пси-подавитель. Вот оно что. Активируем щит. Так. Ты же его. Ах ты ж тварь, а. Что творит? Какой шпион? Тебе показалось, чувак. Тебе просто кажется. Не нервничай. Я не трус, но я боюсь. Есть такая поговорка. Вот видишь? Ты типа не трус. Но в итоге умер. Делай вывод. Хотя нет, я уже поздно делать вывод. Ты же немножко умер. Самая малость. Текс. Да уйди ты. Грёбаная бочка. Текс. Там нет никого. Эй. Странно у него решение поставить подавитель. Учитывая тот факт, что я практически прошел. Все, все, стреляй, стреляй здесь. Я подумаю над твоим предложением. Упс. Ух ты, что я вижу. Плохо. Осторожно! Не надо гранату бросать, братан. Мог бы остаться в живых.
Ух ты, какой живучий, а. Готов. Говнюшенцы. Живучие. Ох-ох-ох-ох-ох. Надо на кол. Едем дальше. Все, да, больше нету ништяков. Мне кажется, еще здесь что-то есть. Вот. Я так и знал. Скрывают от меня ништяки. Ой, что-то икота напала. Не вовремя. Здорово. Что это было? Странно. Ну хорошо, допустим. Допустим, я выбрался. Что дальше? Как говорится, пол дело. Оп. Хорошо шмаляет, гад. Как-то об этом узнал. А, так это пулеметчик. Мне это не нравится, фраза. Начинаем испытание. 3, 2, 1. Этот счет, мне кажется, к добру не доведет. Ладно, я, конечно, попробую дойти до туда поближе. Опа. Тихо. Чувак, я даже тебя не сразу заметил. Ты крут. Снимаю свою шляпу перед тобой, чувачок. Было мощно. Вау! Сейчас рванет. Вот тебе испытание. Вау! Я не знаю, что произошло, но они меня накрыли каким-то энергетическим полем, да? Которое блокировало мои способности. Круто. Очень круто. Да, блин. То. Нифига себе. Есть эффект. Зинзюбеля. Ого, патроны прилетели. Ладно, поехали. Еще разочек. Ну уж нет, мужик. Ты же не надеялся, что так будет просто? Хотя нет, скорее всего, надеялся. Сейчас опять какое-нибудь дерьмо может произойти, поэтому надо быть очень осторожным. Так, что-то здесь есть. Мне кажется, даже где-то, возможно, какая-то фишка прячется. Там, типа, ништяка, там, фолиантов, какой-нибудь ящики приноровилось. Спрятаться, да, ну вот, мешочек тоже хорошо. Шнеля, да? Парни, осторожней. Нифига себе. Надо валить нахрен отсюда. Положит сейчас меня. Вау. Блин, не знаю. Это было жестко. Патронов жесть, как мало, я не пойму их все. Больше и больше, даже иной раз не понимаю, откуда стреляют. Готов. Совсем децл. Патрончиков у нас. Куда парни вообще генерируются? Я заметил, что каждый раз, когда он досчитывает, появляются и вот эти несчастные. Здоров. Вау. Держи, от него и прикрытие, как просил. Я дал тебе огоньку. Ты против? Странно. Ты же сам просил огневое прикрытие. Почему ты против? Что такое? Почему они агрессивны ко мне?
настроены, да? Еще недавно никого не трогал, здесь сейчас такие, оба, она на сами, наверное, нападает. Так, мне кажется, здесь какая-то фигня. Должна прятаться или еще киништики. Здорово. Я даже не видел, что вы здесь стоите, чуваки. Ой, блин, граната. А, хорошо, спасибо. Вы облегчили мою жизнь. Неосознанно, конечно, но... Лучше, чем ничего. Да хватит эти испытания проводить, чувак. Дай мне маленько передохнуть от ваших супер-пупер испытаний. Я даже уже запутался вообще, куда мне идти и что делать. Ну ладно, на, держи гранату. Мне все равно патронов мало. Кто там еще есть живой? Главное, где? Пуп. Держи. Проверка. Вау. Братан, обмен гранатами. Спасибо. Мне понадобятся твои гранаты. Ты сильно их не раскидывай. Они еще будут мне нужны. Ёксель-моксель. Если сюда в бочке стрельнуть, будет жопа. Блин, отстой. Давай последние патроны. Фух. Ну и куда он спрятался? Я знаю, что он где-то там. Ясно. Испугался, гад. Иди сюда. Ладно, не иди сюда. Так. Спускайся вниз. Потусуем. Внимание, гранатен. Полетёхин. Вау. Это было мощно. Настолько мощно, что я даже не успел понять, что произошло. Ага. Офигеть. Так, хватит там испытания начинать, я вообще не понимаю, что происходит. Так, тихо, тихо, что это? Какое-то оборудование, типа брони вот этой, да, в которую у тебя типа мощные ходят. Все, нету. Были и нету. Какие-то другие типы. Хм. Так, тут что-то есть всякое. Я прям уверен. Прям чувствую. Охренеть. Держи гранаты. Не знаю, вроде нормально порвало. Могу, конечно, и ошибаться, но вроде хорошо. Танк! Я уронил танк на вас. Боже. Ого, и сколько там. Кто там ты командуешь отступление, братан? А, вот вы какие хитрожопые. То есть среди вас притаился этот с пси-способностями. Я не заметил, что вы находитесь под воздействием щита. Вот уроды, а. Они вели меня в заблуждение. Понимаете, что творится? А, вот этот гад, короче, он здесь с ними тусует. Все вижу. Тихо. На гранатку. Сейчас будет весело.
Теперь поехали работать. Где-то со стороны еще есть живой, вот он бегает. Ревеныш. Тихо, тихо, тихо. Едь сзади, что творят. Держи. Не знаю, живой он, нет. Сейчас дождемся. Зарядки, а потом пойдем. Вот вижу. Все, умри. Двига. Так. Ха. Приколь. Так. Ладно, отсюда меня отделяет поле. Ага. В плане того, что особо-то и стрелять-то нечем. Какой-то чувак зашкерился. Оно питает поле, я понял. Чувак, слушай, ты живой? Ой, извини. Я думал, раз ты не умираешь сразу, то я думал, ты бессмертный или еще что. Ты уж это не обессудь. Ой, а что, здесь нельзя? Ну вот. А как туда попасть? А, типа попрыгать надо? Ну ладно. Я не гордый. Попрыгаем. Мне кажется, туда какое-то дерьмо заскочило. Так точно. Работаем. Танцуем, парни, танцуем. Сколько еще живых? Все. Классно. Было очень быстро. Звонко, четко. Можно идти на... Вау! Нет, нельзя. Ползем. Охренеть. Что за... Опа, 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 опа. Тихо, тихо, тихо. Ты же не хочешь меня выстрелить? Ты же не хочешь меня убить? Нет, 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 нет. Нет? Энергия кончилась. Ай! Это было очень больно. Обалденно. Обалденно и больно одновременно, если честно. Надо идти, там взрывы будут. Вот вечно вы меня не слушаете. А я говорил, взрывы будут. Так, какая-то приколюха есть. Хм. Я так и знал, что какая-то приколюха есть в этом шпиле. Хм. Нет. Может, там что-то на другое сделать с этим делом. Возможно, вот с этим надо поработать. Ну уже, давай, 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 давай. Нет? Че, это тоже никак не канает? Блин, это херово. Ау. Да я бы с радостью в укрытие. Я не могу пройти через обломки. Так, нет, тут какой-то другой прикол. У меня патронов нет. Так. Интересная задачка. Раз, два, три, да. Первый, второй самоубийство. Рассчитайся. Так, а не было ли какого-нибудь укрытия тайного, например, здесь пройти где-то, проползти, не знаю. Или может там, это, свою версию этого оружия поставить, типа того. Нет? Вообще никогда. Блин. В чем прикол-то, чего они хотят мне? С экспериментальным оружием можно захватить это оружие, блин. Зашибись, я ворвался. Прям кайфую от этого.
Эй, только что горел. Что хочешь мне помочь? Поднять эту штучку. Теперь уже передумал, не хочешь? А вот, поднимай. Я надеюсь, он не отпустит ее на меня, да? Он же хороший. Так. У нас есть какая-то приколюха. Фух. Все, что мне приходит в голову, это попробовать разбежаться под тенью. Надеяться, что у меня получится. Пробежать за эту хрень. В принципе, что получилось. Круто. Поехали дальше. Здесь, американец! Нет его здесь. А нет, есть. Вот жопа. Тихо, тихо. Пленных не брать. Пленных не брать. Берем. Кто тебе сказал, чтобы убрать? Воу! Блин, было очень больно. Так. Как жаль, что нету гранаты. Я посмотрю, как ты это скажешь, когда я убью вашего чувака, который пси-поле держит. Есть у меня одна идея. Готово. Ты чё, труп типа, да? Ну ладно. Я думал, это... Чё, какой прикол. Оу. Я могу теперь сам шмалить из этой хрени, нифига себе. Но это ништяк. Тихо. О, готово, я сломал их игрушку. Сек, погоди, я здесь видел эти секретные материалы. Такс. Все нормально, не стреляйте так, не нервничайте, чего вы так нервничаете? У как это сорвались, бешеные какие. Походу не понравилось то, что я сделал. Блин, я тут стараюсь ради них, ношу какие-то конструктивные изменения в застоявшийся генофонд. Они не ценят, уроды. Ух ты, господи. Боюсь предположить, что это. Или кто это, да? Ну, скорее все-таки, наверное, что. Чем кто. И наверняка это что-то будет здесь. Вне всякого сомнения, я прям уверен. Прям чувствую копчиком. А, это этих вот. Невидимок. Они их держат, главное? То есть они знают об их существовании, нифига себе. Я их, главное, вижу только в тени, а так-то они, оказывается, знают об их существовании, они вон все. В карцере у них. Тут было какое-то оружие. Судя по всему, оно сейчас недоступно. А на данный момент всякое надо что-то отключить, выключить. Я единственное переживаю, что чем это мне аукнется. Я, пожалуй, сначала сюда хотя бы пройду, посмотрю примерно, что здесь меня ждет. Все, понял. Ну, а теперь осталось только дернуть этот рубильник. Погнали. Всякое ни к чему хорошему это не приведет, я уверен. Сейчас сюда какая-нибудь бякушка ворвется, надерет мне задницу. Чё? Нет? Странно. Я был больше чем уверен, что сейчас какое-то дерьмо должно произойти, типа. Я же дернул рычаг, там все такое. Чё, нет? Ну ладно. Я пойду, конечно, потихоньку, но все-таки у меня есть некие подозрения. Просто так меня, наверное, не выпустят отсюда. А, здесь вот какая-то лаборатория есть, кстати, которую я проигнорировал там. О, а мертвого, главное, они видят, могут трогать даже, нифига себе. Ух ты, я все эти разведданные собрал, что-то новое. Ну-ка, прочитаем. Генерал, оружие почти готово. А, это про этот танк. Ну, танк это не то, что я хотел посмотреть.
Чё, тут вот вонь можно восстановить. Знаю, где эти ящики рабочие, нет? Ну-ка. Я думал, там что-то прячется. Или кто-то прячется. Похожу-ка я под тенью. Греха подальше. Так. Мне кажется, тут всякое дерьмо может быть. Ну-ка. Казалось, как будто там это... светануло что-то ценное. Типа ящика какого-то. С сокровищами. Ну-с, мне кажется, сейчас будет весело. Сейчас должно быть сохранение контрольной точки. Да, я так и знал, что сейчас все здесь будет. Я вижу человека, из-за которого у нас столько бед. Тебе пришел конец, Янки. И не надейся. Похоже, ты не понял, в чем дело. Кому, как не тебе, знать, что нельзя доверять своим глазам? А, вот что это за дерьмо. То есть он кажется человеком, а по факту он кусок. Пусковой. А, нифига себе, фигачи. Мама, не горюй. Это я охерел. Держи. Я поломаю у тебя тут все полностью. Ты же не против. Не боись. Положим тебя. Главное, не волнуйся. Давай, заряжайся, сейчас все уничтожу. До шибена кончились патроны. Прям, я бы сказал, божественно. Что-то он уже даже не прячется. Я, в принципе, нигде не нахожусь. Вау. Готов. Красавчик. Вау. Веси. Чел, что творишь? Ух ты. Все. На тебе, да выеживался. Кусок. Непонятности. На тебе. Че, ты доволен? Доволен, да? Потажи. А я говорил, что не надо у меня батон крошить. Лично они меня не слушают. Так, ну надо валить отсюда. Вне всякого сомнения. Офигеть, гадость какая. Круто. Мне удалось убить генерала. О, золото. Чуть-чуть буквально место собирал. Черного солнца. Однако. Ух ты! Бедный завод по консервам. Ой, а я в огне стою. Немцы горят. Такая замедленная реакция, братан. Готов. На тебе. Так. И куда они хотят, чтобы я явился? Переход, наверное, всякое будет. Но в эту, как ее, штаб-квартиру сопротивления. Блин, туда идти прилично. Есть, правда, короткий вариант пройти туда. Я им, разумеется, воспользуюсь, почему бы и нет. Немцев погасим маленько. Чего я не против? Оу. Хило сдохнет, челы. Текс. Это тут у нас переход есть. Плавный. Вперед, мы прикроем. Кого прикроешь? Себя-то прикрыть не можешь. Прикрывальщик. Если бы не мои способности, я бы давно умер.
Я знаю, где я. Будет весело. Так, парни. Вперед, отстреливайтесь. Все будет хорошо, я в вас верю. Так, там, по-моему, да? Да. На рынок. Так, здесь может быть. Так точно. Я так и знал. Собственно, засада здесь может быть, вот что я хотел сказать. Все полегли. Фига себе. Я дерзок. Лашкович, о чем ты думал, когда пошел на Цету? Теперь нацисты перебьют. Что значит всех передумал? Может, стоит подумать о чем-то. Да ладно вам, не нойте. Потом плакают и плакают. Бесконечно. Так. Ага. Оу. Не хватает бабла, да? Ну ладно. Гранаты под сумок. Ни то, ни другое. Нет возможности улучшить. Так. Вот, можно как-то так купить. Почему бы и нет? О будущем Айзенштата. У Айзенштата нет будущего. Так. Ладно, пока они там болтают, меня это не очень интересует. Моя задача главное выполнить основнуху. Как бы это, да. Не дать немцам выиграть и все. Остальное меня не волнует. Там, что их не выбили, что ли? Ё-моё, вы даёте, парни. Ладно, сами справитесь. Иди в бой, не спи. Тут спят, блин. Зачем нам переезжать на новую квартиру? Нацисты прочесывают этот район. Это лишь вопрос времени. Так, здоров. Диджей, слушай, ты неплохо справляешься. Намного лучше, чем я ожидала. Да ладно. Поэтому, может быть, произойдет невероятное. Мы выгоним нацистов из Эйзенштата и вновь будем свободны. Но только если не будем сидеть сложа руки. Нацисты мстят за гибель генерала Цета нападением на этот район Эйзенштата. Мы должны переехать в деловой центр. Отправляйся на северо-запад по канализации. Когда доберешься до делового центра города, двигайся вдоль каналов. Так ты не попадешь на глаза нацистам. Окей. Интересно. Вроде говорят, что они хотят переехать, а в итоге послали меня на переезд. Так, ну что ж. На этом я, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.